Это Анапа. Сегодня 9 мая 2019 года. Мы с Машей находимся на берегу моря. Это пляж Премьера. Там, где когда-то лежало бревнышко. Сегодня мы здесь поставили палатку. С утра был дождь и песок мокрый. Мы сюда приехали на велосипеде, взяли палатку. Первый раз мы ее с собой берем. Ну, решили поставить, как это вообще. Конечно, ветер, неудобно, песок. Песок вообще везде все забивает, вот эти трубки от палатки. Поэтому, конечно, лучше, конечно, палатку ставить где-то в другом месте, в камнях. Или вот, вот здесь вот такая возвышенность. Там настоящая поляна. Ну, а сейчас я подойду к морю. Рапаны выбрасывает, но эта рапана пустая. Не знаю, сейчас, наверное, не вдруг. Да, все рапаны пустые. Все съеденные. А вот в прошлом году шторм был в декабре, я его снимал. Там рапаны выбрасывали, конечно, они были живые, и люди ходили, их собирали. Да, тут все, видимо, не сезон. Да, все рапаны пустые. И даже это, наверное. Да, вообще черное. Погоде. Ну, всякая погода у моря прекрасна, и даже такая, тем более, вот мы с Машей почему и взяли палатку, чтобы ощутить, как бы, вот такую домашнюю.
воду. Вот. В палатке действительно тепло, уютно, горячий чай. Ну, здесь у нас золотой проезд. Ой, проезд Золотой берег, я его как только не называю. И я возвращаюсь в нашу палатку. Маша, я пришел с охоты. А ну скажи пароль. Пароль. Бесса. Эники-бенники, ели вареники. Неправильно. Как это неправильно? Ладно. Тогда скажи мне ответ на вопрос. Пяти. Погоди. Погоди, я одной рукой не могу открыть. Сейчас я тебе помогу. Как у тебя тут хорошо тепло, там веришь ли, там холодно. Уходи, выключи. Хорошо, ладно. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы будем на море часто, много и в любую погоду. Да, Маша?